отсюда какие разумы вызывают мусор? Вот все, что осталось. Костелина. Это Тищенко, Лима. Активное участие в подготовке и проведении мероприятий Тульской гостиной «Дружба». Спасибо. Да. Спасибо. Ну и кому? Диме. Гарри Грамотно. Ларисе Корневой, Галине Тюрневой. Ну, мне, конечно, ну и все еще кто. Не забыли никого. А можно сказать еще? Можно сказать? Вот эти грамоты, я поняла так, да, почетная грамота, обидно, что нет подписи. Да. Получается, она немножко недействительна. Здесь написано, литературный редактор, сценарист Одинцова. Подпись есть, хотя человек в Москве, а здесь руководитель ТТ «Зеленая лампа» Амура Филипп Тарван. И подписей нет. А мы-то люди государственные, получали такие награды, бумага. Сам не мог списаться. Торжественность. Да, хоть бери, сам расписывайся. Сыну показываешь. Сфотографировала, я думаю, как я не заметил. Ну, в общем, мелочь. Подойдите мне в кабинете. А Филиппа помогла расписаться. Вот, здесь написано, знаете, дорогие мои, что это такое, я так поняла, за что это. В 1023 году. Нас благодарят за то, что хорошо выступили, часто выступали, да, читали стихи. В 2023 году, я так поняла, за что получила я еще одну грамоту. Я аж подскочила вот так сейчас, потому что не ожидала, потому что это, видимо, за то, что я, может быть, вела вот это. Потому что та грамота от библиотеки, ну, конечно, приятно, да? Как правильно фамилия? Библиотека главного Проскова. Вот она подписана, все аккуратно. Печать, что вот эта вот библиотека за активное участие в общем-то, мероприятиях по, ну, со встреч с писателями самовскими. Я вот так поняла, что это поблагодарили. Тоже очень приятно. По поводу того, что чем отличается диплом у меня от грамоты. Да. Одинаково. Я вам честно скажу, одинаково, потому что сама подписываю, все это понимаю. Почетная грамота, да, звучит вроде бы как это. Какой уровень? Город, район, Москва. Вот смотрите уровни. Это первое. Второе. Что понравилось? Лецик умнейший человек. Я не знаю, идет ли запись, да? Тогда скажу более тактично. Более тактично. Мы же не все это нравимся там кому-то, да, кто-то там. Вот. Но даже те, кто кому-то не нравится, но они пришли. И зябы почти люди сидели, да, они не выступили, но они пришли. Потому что человек умный. Так приятно было слушать, да. Мы даже не выдержали, подошли с девчонками, вот, поблагодарили его. Ответы невысокомерные. Спокойно, грамотно все, искрометно, как он шутил, да? Ему надо только поучиться на него. Коротко, четко, ясно. Если с кем-то сравнивает, то все берет из жизни. И просто сидишь и восхищаешься. Каждый раз ему аплодируют, после каждого его ответа аплодировали. То есть мы побыли в таком обществе. Ну, в общем, встреча была интересная. Я даже пожалела, что мы там не были. Была она длинная. Но на одно дыхание. Вот так. Так что молодец, Галина Леонидовна, что все это организовала, что все там все продумано, вопросы люди задавали, и детей подключили. Вот. Ну, интересно, конечно. Даже была человек. Здорово. Очень сильно волновалась за то, когда наш будет вопрос, когда нас покажут, и как мы будем выглядеть на фоне там ректоров, проректоров, доцентов. Ну, это, знаете, это гордость. Все-таки раз я так себя успокоила, взяла руки и думала, все будет хорошо. И смотрю, родные лица. Все так красиво, все так хорошо одеты, все так официально, все четко. Вопрос был задан. И без всякой усмешки он спокойно ответил. Помните наш вопрос? Да, можно ли. Помните? Знаменитым. Можно ли быть стать знаменитым? Ну, в возрасте. И он так спокойно, достойно ответил, что можно.
засучиваете рукава. То есть вот эти. Работаете со словом. И вперед. Можно сказать. Так что всем удачи. Так вот. Интересно, про критику. Как было хорошо сказано. Критиковать надо. Это им сказано. Критиковать надо. Не при всех. Да. Не устраивает, а сдолбон. Критиковать надо. Один на один. Человеку надо помогать. Его надо подбадривать. Видишь, что человек стремится. Видишь, что у него что-то не получается. Помоги. Все. Спасибо за внимание. Какую кухню я люблю? И ту, и ту, и эту. Сегодня я готовлю суп. Скажу вам по секрету. В хрустящем хлебе сырный суп. Рецепт, конечно, чешский. Хотя я знаю, суп гуляш бывает и венгерский. На вечер стелим дастархан. Большое блюдо с пловом. А может, лучше бешбармак? Шесть перемен готово. Гостей пусть будет полный дом. Неспешную беседу они поддержат за столом, воздав хвалу щербету. На утро будет круассан, как из кафе в Париже, и кофе. В этом я гурман, хоть мне Россия ближе. Какую кухню я люблю? Забытую из детства. Стакан парного молока, вкус помню с малолетства. Краюшка хлеба с молоком, что может быть вкуснее? Готовить очень я люблю, но детство вкус сильнее. Сейчас и хлеб уже не тот. Вкус молока в пакете парным совсем не отдает. Что пьют сегодня дети? У них давно в части бистро, где бургеры с картошкой, а я печеную люблю с прожаренной рыбешкой. Ее готовят на рожне, когда в разгаре лето. Я кухни разные люблю, но мне по сердцу это. Чьи блюда вкуснее всех на свете? Пожалуй, отвечу не сразу. Мне нравится русская кухня. Мне нравится кухня Кавказа. А также узбекские блюда. К тому же японские очень. И выбрать, что лучше отсюда, совсем нелегко, между прочим. Не пробовал кухни французской. Не пробовал блюд из британской. Из тех, что едал, кроме русской, питаю любовь к азиатской. Я думаю, кухня любая подарит утеху гурману. Любой согласится, я знаю, была бы она по карману. Конечно, о вкусах не спорят. Мой вкус для других не совет. Нет хуже, чем кухня Китая. Но это мой личный ответ. Моя любимая кухня. Ведь сколько народов живет на планете, да, столько и кухонь на всем белом свете. Кухня французская, кухня испанская, есть и такая вот кухня славянская. Вот кухня китайская, вкусная очень, страна за Амуром, Китай, между прочим. От кухни узбекской прям пальцы оближешь, где море продукты, там сказку увидишь. А кухня индийская, о, столько приправ! Нет, всех кухонь не счесть, и у каждой свой нрав. Но все же люблю я свою, дорогую, да, русскую кухню, такую родную. Советский Союз стал страною советов. Из разных концов получал он приветы. Ведь все тут смешалось, и кухни, и люди. Отличный пирог получился на блюде. Грузинская кухня, шашлык из барана, а мясо сорт высший, да что без изъяна. И каждая кухня добротна и свята. Россия созвездием народов богата. Я так дорожу этим нашим богатством, и верю я,
верю в прекрасное братство. И пробовать кухни, и жить вместе дружно, поддерживать в радости, в горе, где нужно. А кухня все ж наша, так разнообразна. Здесь кухни всех стран расцвели, так прекрасно. Давайте любить и дружить всем народам, и крепнуть, и счастливо жить год за годом. Домашнее задание, Юрий Морозов. Навари мне, мама, кислых щей из капусты, мяса, овощей. Да приправ петрушкой, да с лучком, и будет, мама, все пучком. А щи да каша, пища наша, а люба Маша, да не наша. Обожаю кухню древней старины, щи хлебали на Руси, родной страны. Обожаю кухню древней старины, щи хлебали на Руси, родной страны. До свидания, мама Роза, щи согрею до отмороза. Так наваристы и так вкусны, да хвалят люди всей страны. А щи да каша, пища наша, а люба Маша, да не наша. Обожаю кухню древней старины, щи хлебали на Руси, родной страны. Обожаю кухню древней старины, щи хлебали на Руси, родной страны. Навари мне, мама, кислых щей из капусты, мяса, овощей. Да поставь духовку потомить на денек и не торопить. А щи да каша, пища наша, а люба Маша, да не наша. Обожаю кухню древней старины, щи хлебали на Руси, родной страны. Обожаю кухню древней старины, щи хлебали на Руси, родной страны. Любимая кухня. Скажу вам честно, по секрету, люблю я вкусненько поесть. Любимой кухни предпочтения как таковой пока что нет. Люблю я с творогом вареники и супчик тайский, именуемый том-ям, с кокосом, полезным молоком. То захочу я каши тыквенной с пшеном. Люблю я блинчики все в дырочку с топленым маслицем и кофе с молоком. И борщ люблю из квашеной капустки, да со сметаной, черненьким подсушенным хлебцом. Порой захочется мне жареной картошки. Да, знаю, очень неполезная она. А если совместить ее с хрустящим домашнего посола вкусным огурцом? Люблю я сборную солянку, увы, ах, набор колбас и мяса разного мне очень много. Но как вкусна ж она, зараза, когда в горшочке подтомить и кушать с крышечкой, поджаренной из теста, но прежде сверху натереть ее душистым чесночком.
А также тофу обожаю по-китайски. С утра бы его я ела каждый день. А вот Россия сою урожай дает. Ого-го! Но приготовить тофу по-китайски не умеет. Ну да ничего. Любое блюдо мира, кто творит с любовью, народ распознает мгновенно, на ура. И все же подытожу рассуждение. Какое отдам я кухне предпочтение? Ответ банально прост. Конечно, кухне русской. А почему? Да потому, что я же русская. Спасибо. Живем на границе с огромным Китаем. Едим, одеваемся, как и они. Уже о китайцах так много мы знаем. Китайцы для нас почитают, что свои. Мы палочки в руки берем вместо вилки, салатик хэй-хэ мы едим на обед, а уши свиные лежат в морозилке. Их очень уж любит китаец-сосед. Пельмени китайские, вот оно чудо, под сладкое мясо я водки налью. Уже о беляшиках скоро забуду. Пенсе на пару я на ужин жую. А специи? Нет малося не вкуснее. А соевый соус? Ну как без него? Под перчик китайский мы станем бодрее. Без перца уже не варю ничего. В обеде бамбука и в сахаре яйца. А ребрышки в меде. Ну что за еда? Ценю эту кухню не меньше китайца. Нам жить без китайки, ну прямо беда. И праздник не мыслим уже без китайки. Китайские блюда едим каждый день. Поведаю вам, я без всякой утайки. Не славить китайскую кухню не лень. Так, у меня еще один стих. Я сразу скажу, что у меня основной стих уже был написан. Я немножко только его переписала, но я не читала в клубе. На свете кухон много, восточной, к примеру. Не специи так жгучи, еды острее нет. Но ты прими на веру, что русская все ж лучше. Всех этих роллов, суши, да здравствует омлет. Ах, как полезны яйца! Люблю их очень-очень, они во всем приятны. На запах и на цвет, а вкус их очень сочен, и с кофе ароматным, и молоком прохладным. Я ем всегда омлет. На завтрак яйца жарю, прекрасная глазунья, ведь яйца есть готово на завтрак и обед. И буду я не лгунья, когда воскликну снова: мы будем все здоровы, коль будем есть омлет. Скажу вам по секрету, готовлю я отлично, хорошая хозяйка, каких не видел свет. И я во всем практично, а вовсе не лентяйка. Могу я приготовить глазунью и омлет. Причем же здесь капуста, кальмары и креветки. И ты не удивляйся, омлету вновь и вновь. Креветки очень редки, да мы не китайцы. Мы будем кушать яйца, ведь к ним у нас любовь. Опять ты просишь кашу. Ну что за наваждение? Ведь каша то и калории. Белка же вовсе нет. Послушай мое мнение. Ведь мы не в санатории. Яйцо под майонезом сегодня на обед. Зачем ты говоришь мне опять про несварение? Что плохо мы питались, что аппетита нет? Ведь у меня закрались в твоей любви сомнения. Меня ты уж не любишь, или только наш обед? Ну вот, я так и знала, меня совсем не любишь. Ты стал уж очень быстро придирчивый и злой. Ведь говорила мама, пойдешь за эгоиста, себя навек погубишь. Прощай, мой дорогой. Не хочешь, что ушла я? Тогда проси прощения. К тому же моя мама пришла к нам на обед. И принесла сама нам сегодня угощение. Не торт и не печенье. Прекраснейший омлет. Надежда Семеновна Белоусова. У разных народов кухня своя.
В этом давно убедилась и я. Рядом с Китаем мы проживаем. Кухню китайскую любим и знаем. Русская кухня. Котлеты, борщи, овощи, фрукты, соленья, грибы. А вот в Корее такие супы, как их готовят неведай мой. Пусть на столе всегда будет еда, так, чтобы голод не знать никогда. Моя любимая кухня. Трудно выбрать что-то одно. Блюдо или даже страну. Русскую кухню я очень люблю. Борщ всю неделю есть я могу. Росла я в деревне, хозяйство свое. Всегда было вдоволь и много всего. Мясо, яйцо, молоко и соленья, овощи, ягоды, компоты, варенья. Кухни другой мы не знали тогда. Отпуск свой лишь в стране проводили. Черное море, Анапа, Алупка и Ялта. Там и грузинский шашлык полюбили. Сейчас в нашем городе разные кухни. Для интереса могу сходить порой. Отведать тофу, брускетта, панани. Но снова возвращаюсь к русской дорогой. Много есть стран на планете Земля. У каждой страны строго кухня своя. Одни едят мясо и рыбу сырую, то овощи, фрукты, приправу крутую. А ты вот послушай рассказ старика, что есть еще кухня холостяка. Ни книг, ни рецептов ее не найдете. Понять не дано, если им не живете. Он кашу любую из топора сварит, коль в доме найдется крупа. А соли попросит у доброй соседки за то, что ее гвоздь бил, награда, котлетки. А если заменит вам ужин на час, согласием обедать обрадует вас. А если гостиниц зайдите в дорогу, за вас он уж точно помолится Богу. На ужин частенько друг доширак, холостяку без него, ну никак. По праздникам чаще всего есть пельмени, и к чаю печенье, коль мыши не съели. Холостяки – интересный народ, чаще всего он не курит, не пьет, не прихотлив ни ко сну, ни к пище. Десяток таких наберется из тысячи. У меня есть стихотворение, а рассказ. Моей любимой кухней с детских лет была кухня, в которой колдовала и готовила моя любимая и дорогая бабушка Марина Филипповна. Она была белоруска, которая приехала перед войной с 5 детьми. В их числе был мой отец Андрей. Все мое детство на моей любимой кухне проходило под приговорку моей бабушки. Бульбу варят, бульбу жарят, бульбу в торбочку кладут. Бульба – это картошечка, а торбочка – это холщовая сумка. Итак, что готовилось на этой кухне? На первое – начинаем сухи. Супы грибной, гороховый, борщ, свекольник, солянка, крупеня и холодники. То есть я перечисляю, как это называлось. Из местных блюд бигос, мясо, тушеное с капустой. Колдуны – это драники с мясной начинкой. Зразы – шкварки. Гречаники, холодец, киндюк, это колбаса, рулька. Из приправ применялся тертый хрен, тмин, кориандр и укроп. Перцем не баловались. Выпечка, блины, коржи, оладьи, печенье, пряники. Молочка, сметана, затирка, молозиво, это мягкий сыр, творог из напитка, водка, горелка, старка, зубровка, квас и березовый сок. Из квашеного капуста и огурцы.
Борщ бабуля моя готовила, не выходя из своей усадьбы. Все свое. Картошка, капуста, морковка, свекла и так далее. А мясо до приготовления носилось в сарае, мычало и хрюкало. Мы были все... Ой, это не надо. Теперь вы понимаете, за что я люблю белорусскую кухню. Спасибо. Ну, со многими у меня, почти со всеми, перекликается. Господа, что заказывать будем? Традиционный вопрос. Я с товарищами в китайском ресторанчике Благовещенске. Я что-нибудь с ушами? Это салат со свиными копчеными ушами и огурцом. Говядину острую на противне. А мне креветки на шампурах. Тофу с морепродуктами. Свинину в кисло-сладком с ананасом. Вскоре заказ был оформлен, и голодная компания принялась вспоминать, кто что любит поесть. Первый голодающий Василий Васильевич вспомнил тайландца. Что мне там понравилось, так это супчик тамьян. Что с морепродуктами, что с курочкой, пальчики оближешь. Делается на кокосовом молоке, еще салат из папайи тоже хорош. И вот еще рис в ананасе. Прямо в ананасе делается с морепродуктами. И на жаре свежевыжатый сок. И выдохнул, Васильевич откинулся на спинку дивана, уйдя в грезы воспоминаний. Море – класс, массаж – чудо. Везде хорошо, где отдыхаешь, а я не забуду Грузию. Толян расцвел широкой улыбкой. Приправы делают все. Что самое интересное, что вкусно приготовлено в Грузии не только в крутом ресторане, но и в любой придорожной забегаловке. Из еды мне там понравилось все. Харчо, пальчики оближешь. Это не в нашей столовке или из пакета. Хинкали. Вкус списки. Вы знаете, как их нужно есть? Столбик теста, который от закручивания хинкали, обкусывается, а сам он выбрасывается. Говорят, что Хрущев, после того, как его угостили в Грузии, повысил в республике план по сбору пшениц. А цыплята табака, сырная лепешка, хачапури. Одна из самых любимых закусок – бедриджани, рулетики из баклажанов. Начинка может быть очень разнообразная, но обязательно содержится сыр и грецкий орех. А долма, шашлык, авина, кинзмалая рули. А Лазанское одарение, кархитер, кацепыри, мукузани, сапирали, баракуни, цинандали, вау, божественная кухня. А названия звучат, как грузинское многоголосие. А что скажет начальник транспортного цеха Аксакал Саксалович, это я обратился к нашему старейшине, уважаемому человеку с хорошим чувством юмора, Виталию Алексеевичу. Пацаны, с высоты моего возраста разрешите подвести результаты борьбы и назвать имя победителя. Налейте. Подняв рюмку, он продолжил. Поднимая рюмку этого чудного нектара под названием «Русская водка», я хочу, хоть и под закусь китайскую, выпить за наши русские блюда, на которых мы выросли. Холодец, окрошку, квас, блины. Пельмени, не китайские пельмени, наш, борщ, не хохлядский, наш. Паштет бриз, кильку, селедку, колбасу докторскую и молочную. Как амурчанин, не могу забыть пиво надежное. Исетское, мартовское, славянское, адмиралтейское. Мы состоим из того, что едим. За нашу русскую еду. Чокнувшись, наша компания дружно продолжала закусывать китайскими блюдами, некоторые даже палочками. Но после такого тоста каждый вспоминал то домашнее сало, то рассольник,
А кто жареного родана? Игнатенко Игорь Данилович. Поэт-прозаик, член Союза писателей России. Также, значит, бессменный член редколлегии, составитель литературного альманаха «Преамурье». Выпустил 18 книг. Значит, родился он 4 мая 1943 года в селе Ромны. А в своей книге «Детство и горки» он уточняет, что я родился в советском районе. Ромнинский район назывался Советским. И в селе Хохлацкое. Это уточнение такое. Как рассказал сам поэт, его детские, отроческие, ранние юношеские годы можно разделить на три части. Первая – жизнь в таежном селе Ромны. От рождения и до 4 класса школы. Эти годы были заполнены радостью познания окружающего мира, прежде всего природного. Это было когда-то, много весен назад, я нырял в качковатом, распугав лягушат. Бултыхался на гребне, рвал на бойне щавель и любил эту землю, как свою колыбель. Следующие 2 года прошли в Хабаровске, где отец Игоря учился в краевой партшколе. На эту пору приходится увлечение фотоделом, греблей и авиамодельным спортом. 5 завершающих школьных лет прошли в Тамбовке. Именно здесь произошло то, что определило дальнейшую судьбу Игоря. На чердаке дома школьного товарища ребята нашли несколько поэтических сборников. Каких? Есенина. Читали там же. Знакомство с Есениным потрясло на всю оставшуюся жизнь. Словно в нас ударил разряд грозовой молнии. Так много лет спустя передавал свои детские впечатления Игорь Игнатенко. Другая причина, определившая судьбу Игоря, влияние семьи, матери прежде всего. Семья была читающая, в доме царил культ книги. Вслед за родителями он запоем читал русскую и зарубежную классику. Мама укрепила меня в мысли, что литературное творчество – одно из самых лучших дел на свете. Свою сыновью благодарность и трепетную любовь к рано ушедшей матери, ему было 17 лет, когда она умерла, Игорь Игнатенко выразил в своих многих проникновенных стихах. «И станем вечер коротать над Пушкиным согласно, грустить и согрушаться, мать, а я страдать прекрасно». С 1959 по 1964 Игорь Игнатенко учился на историко-филологическом факультете Благовещенского пединститута, а дальше служба в Советской армии с 1964 по 1965 один год. Работа журналистом на Амурском радио и телевидении, корреспондентом радиостанции «Маяк» на БАМИ, в редакциях газет «Амурская правда», «Авангард», «Кадр селу», многочисленные поездки по Преамурью, Дальнему Востоку и Советскому Союзу подарили яркие впечатления, нашедшие отражение в творчестве. Как поэт, Игорь Игнатенко впервые заявил о себе еще в студенческие годы, публикая стихи в институтской многотиражке и в областных газетах, выступая на встречах с читателями в молодежных аудиториях. Позже его произведения печатались во многих региональных и центральных газетах, журналах, альманахах, коллективных сборниках. Основными чертами лирики амурского поэта является простота стиля, доверительно сдержанная интонация, исповедальность, прозрачная ясность мыслей и чувств, подчеркнутое отсутствие формальных изысков. Обращает на себя внимание также склонность автора, с одной стороны, к юмору, к иронии, с другой – к высокому слову, к словам, которые многими нынче воспринимаются как архаика. «Стяги», «стеза», «честь», «взыскует».
Более полувека своей жизни Игорь Игнатенко посвятил литературному творчеству. Автор более 20 книг, стихов, прозы, лауреат Амурской премии в области литературы и искусства. За книгу стихов «Прощай» в 1995 году получил, значит, премию и цикл стихотворений «Колокола». В течение 17 лет, с 96 по 2013, был председателем правления Амурской областной писательской организации и секретарем правления Союза писателей России. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, памятными медалями 60 лет победы над гитлеровской Германией, Великой Отечественной войне и 50 лет полета Юрия Гагарина в космос. И я, значит, прослушала, в общем, такую беседу Александра Ярошенко с Игорем Игнатенко. И вот на вопросы, как он отвечал на вопросы вот ведущего. Какое лакомство вы любите больше всего? Он отвечает: картошка с молоком, а впоследствии сгущенка. Вот книга, которая потрясла вас. Вот. Он говорит, что в 3 года до школы его потрясла книга, значит, Зинаиды Александровой «Колокольчики». Вот эту книгу он первый раз прочитал и после нее записался в школьную библиотеку до начала учебы, где-то в 4 или в 5 лет его туда приняли. Как Филиппов пришел, записался, а говорит: а почему тебя записали? А он говорит: а я был высокого роста, мы приняли, что мне больше лет. Вот первую книгу, вот он, Зинаида Александровна. Так, значит, первые строки, когда написали, он отвечает: 13 лет я написал стихотворение, подобно тому, как писал Шекспир сонет 116. Вот он говорит, я прочитал этот сонет 116, и вот в 13 лет его поразило, нет, там написано в этом сонете, меткость соединения двух сердец, мешать соединению двух сердец я не намерен. И пошло у него вдохновение. Вот. Ну, он пишет, что его близким, самым близким другом был Олег Маслов. Вот, дальше. И дальше он говорит, что любой поэт должен находиться в хорошей психологической, эмоциональной форме. Поэзия рождается изнутри, иногда строится годами. Ну, в основном он говорит, что мир, война, про что он писал, про мир, войну, вам. Большая часть журналистика его в жизни, спортивных журналов, но про спорт, мне кажется, Александр Юрьевич расскажет. У него вот эта книга «Стезя», там очень большой рассказ о том, как он... Силуэт. Вот я сегодня говорила. И в конце вот перечисляется, как он там занимался спортом. Вот, он был призёрным Дальневостока, там, прыжки в высоту, а дальше... Нет, он в Дальневосток выступал, если тебе будет. Да, он... Он был чемпионом области среди школьников в прыжках в высоту, вот он отвечает. Вот. В радиокомитет его приняли в новости, в новостях, значит, прямые. И говорит, что первый прямой эфир у него был с Зейская ГЭС, когда было перекрытие. Вот он говорит, первый этот прямой. И вот говорит... Как вы пишете вот эти репортажи? Я старался найти в людях изюминку, вот, сильную сторону, не находясь, не подходить к ним с каким-то негативом. Я влюбился, с кем общался. Вот, говорит, самое главное в написании чего-то, надо влюбиться в того человека или в ту тему, а потом уже ее описывать. Вот. Ну, вот такие вот. Так, и...
Как говорила мне сегодня мы с Ларисой, встретились сегодня на остановке, она говорит, мне нравится, как ты читаешь биографию, особенно личную жизнь. И вот я все переискала, как зовут его жену, и я нигде не нашла про жену ничего. Да. Как зовут, как что. Единственное, что про личную жизнь, вот я прочитаю стихотворение еще, вот Нина потом прочитает, ну, значит, про отношения. Ты молчала и была права, ты кричала, но к чему слова? Разве можно докричаться, лучше в сердце постучаться? Только этот тайный стук ты забыла, милый друг. Я молчал и был неправ, я кричал, молчать устав, ибо в тягостном молчании было жуткое звучание. Вместо честного «прости» я сорвался, отпусти. Стихотворение. Спокойно и невозмутимо она отпустила меня, взглянув по обычаю мимо, привычки не изменя. Уходишь? Ну что ж, до свидания. А впрочем, прощай и прости. В холодном расставании завьюжило вдруг все пути. Уйду, ухожу, не увидишь. Чего же я медлю? Что жду? Из сердца так просто не выйдешь, накликаешь только беду. Из жизни по собственной воле одна лишь дорога в петлю, отраду, что сделалась болью, навек проклиная, люблю. Вот. А еще второе стихотворение я хочу прочитать про внуков и правнуков. Вот он написал стихотворение тут, вот. Рассказывает. Стихотворение называется «Подарки». Двум старшим внукам, первенцам, двойняшкам, в их раннем детстве как-то я сказал, когда вы подрастете, деду подарите на память что-нибудь. Денис – хронометр самый лучший. Пусть он считает дни такого счастья, в котором месте нам не будет тесно. Валерия, значит, у него сын Дениса, дочка Валерия. Валерия двух мальчиков, чтоб с ними мог в шахматы играть и бадминтон. Я подожду. Внук рос и развивался, окончил школу с памятной медалью, дружил со спортом, института закончил, женился, стал отцом Алисы милой, успешный бизнес заимел, сестренка не отставала от него, между ними была борьба амбиций, но любя, она и школу кончила отлично, на те же все отметки по медали, ей не дали чинуши городу. Мол, где-то в классе пятом не иначе она четверку лишнюю схватила. Училась с братом в том же институте и замуж вышла в тот же самый год. И родила, как обещала деду, двух мальчиков, Тимура и Ливана. Минуло 20 лет, все изменилось. Нет той страны, в которой мы когда-то держались друг за друга и мечтали. А счастье в общем нынче олигархи. Верхушку пирамиды оседлали. Пойди попробуй, скинь хоть одного. Людей труда задвинули за ширму, перед которой пляшут демагоги. Не миллионы, нет, а миллиарды, миллионы сделались успеха в жизни. И не рублей, а долларов и евро. Людское уважение, не смешите. Оно не стоит нынче ничего. Ни акций, ни пенсий, ни... Впрочем, к чему слова транжирить по-пустому? Был день рождения моего. Часть внуков и правнуков приехала поздравить. Из города большого на Амуре, где я когда-то жил, служил, бывал. Валерия, сестра Дениса, двойняшка, мать отличных сыновей, смахнув слезинки, так сказала. «Деда, ты помнишь, как-то пошутил однажды? Я обещание исполнила. Вот правнук. Вот собиратель Лего наш Тимурчик. А вот Иван, он учится ходить. Так я когда-то в 10 месяцев пошла, а это Дениса. И коробку мне протянула. Ты хотел весь
швейцарские часы. Так оказалось, что Денис до ныне не позабыл былого обещания. И я, признаться, заслонил с годами ту полушутку всякой суетнёй. Мы выпили вина за нашу дорогу, за внуков и за правнуков. Денис не смог приехать по причине важной. Он ожидал рождения сына. Надо было с сестрой сравняться по числу детей. Парад планет или промысел Господен, поди узнай. А может быть, амбиции не весь запас исчерпан. Мы расстались. Через 2 дня возник 4-й внук. Его назвали Робертом. Затем, чтобы Алиса, освоив звук рычащий «Р», учила братишку всяким надобным словам. А что часы? Швейцарские, правда, сверхточные. Есть даже подзавод, чтобы не напрасно я махал руками, а двигал некий маятник внутри. О, не спешите, стражники минут, размеренных секунд неуловимых. Чуток повремените. Не все ли вам равно, какой на свете век? Тысячелетие или какая эра? Не точность мне нужна, а долговечность. Не красота дизайна, а любовь. Того, кто подарил хронометр драгоценный, то правнуков прекрасных подарил всех тех, кому обязан счастью жить. Спасибо. Ну так. Всех он перечислил, да. У меня покороче. Мерно время стрелки движут, верно год за годом нижут. Через череду событий в цепь, без конца и без начала, от крыльца и до причала, через горы, море, степь, через радости, потери, арку радуги и двери, без засовов и замков, сквозь преграды бастионы, распри войны и законы для покорных дураков. Не спешите, не гоните лошадей в пылу открытий, берегите крепь, где все звенья невесомы, где бессмертны хромосомы, быстротечной жизни цепь, где равна секунда веку, Бог подобен человеку, Созидателю, Творцу, где на древе жизни вечно прирастают бесконечно наши дни, кольцо к кольцу. Еще одно. Радость самая большая отдавать, но сумятица мешает начинать. Мчимся, голову сломя, из огня в полымя. Достаем, стяжаем, копим барахло, а оно собратьям скольким помогло. Душу вытряхнет стократ и не рад. Да как назад? С легким сердцем растрясите сундуки, доброту не заносите вы в долги. Ведь колодец только чище от того, если черпают почаще из него. Игорь Игнатенко. Глаза любимой. Что такое любовь? Мне никто не ответит. Да и я никому рассказать не смогу. Надо мной луна бледно в зареве светит. Звезды падают вниз и блестят на снегу. Точно так же глаза у любимой сияли. Ты была хороша, словно иней в саду. Мне ресницы твои лучше слов подсказали, где таится ответ, где я счастье найду. Так сияйте огнем, негасимым и вечным, лейте нежность в меня и ласкайте меня. Я хочу, чтоб со мной ты была бесконечна, ведь в любовь к тебе эти строки, любовью к тебе эти строки звенят. Вторая песня, то и другое стихотворение, 1963 год. Где ты, мой далекий, мой хороший? Ночь спустилась тихо на поля, снится мне рассветная поруша в иней хрустальном поля.
Звезды проплывают мимо окон, в комнату роняя бледный свет. Ты, любимый мой, сейчас далеко, мне к тебе пути дороги нет. Нет ни сна, покоя и отрады, от чего? От того, что в них приходишь ты, и не опушил деревья сада, и стоят волшебные кусты. Игорь Игнатенко, «Бессмертный полк». Дед, почему бессмертный полк? Ведь он же воевал, спросил мой внук и приумолк. Ответа он не знал. Ну как мальчишке объяснить, кто был убит, кто выжил, какая их связала нить и сделала к нам ближе? В альбоме карточка отца, в буденовке, в шинели, суровые черты лица, глаза заледенели. Ему, наверное, 26, он военфельдшер, бравый. Здесь фото тестя тоже есть, и он пришел со славой. Они победу принесли над немцем и японцам, и этим нашу жизнь спасли. Под вновь встающим солнцем сваты на кладбище лежат, друг с другом недалече, понянче собственных внучат, спокойный сон их лечит. Но позовет 9 май, мы с ним не выйдем к людям. Не спи, страна, скорей вставай, мы нынче вместе будем. И потечет рекой народ с портретами родными. Вернемся мы в победный год с предтечами своими. Рассветный ширится восток, а впереди Россия, бессмертный полк, людей поток. Все как один, живые. Благодарю. Вселенная во мне, а не во мне. Игорь Игнатенко. Я сын полей. Родная Преамурская земля, какие ветры над тобой шумели, гремели грозы и мели метели. Раскину руки и скажу: моя, я сын полей. Мой голос налитой уже созрел, и я не возражаю отдать его во имя урожая, как повелось судьбе моей крутой. Дать людям хлеб, заботы из забот. Пускай он черен, как черна землица, как трактористов загорелых лица, но только хлеб нам жизни свет дает. Всем нелегко, но хныкать нет причин. И для любви не надо бы на вербовке, когда за нижней улицей Тамбовки зовет меня ключами наш девчин. Его струя по-прежнему чиста, чтоб утолить и жажду, и тревогу. Он не зарос травою, слава Богу. Над ним все та же небо высота, за ним все та же роща на бугре, за ней поля, покуда видно глазу. Спасибо. Ласточка на краю обрыва. Историю поведал сущий комик, мой друг. А было это или нет? Тут над обрывом приютился домик, и жил в нем удивительный субъект. Вставал он по утрам довольно рано. Обрыв он ласточкою горцевал. Покажется кому-то, может, странно, но ласточку он, птичку, обожал. И 2 часа парил он вместе с нею, потом спускались к речке каждый раз.
а ласточка садилась там на рею. Стоял какой-то старенький баркас. Так и плескались вместе до рассвета. Потом был завтрак, изо рта поил. Весною ласточки со всего света летели, с ними домики лепил. Обрыв. Водилась глина там крутая. И щебетуньи рады вместе с ним под крышей дома старого сарая лепили гнезда для птенцов своих. А осенью, прощаясь, как обычно, с той ласточкой, что у него жила, в дорогу стаю провожали лично, и ласточка, как друг ему верна. Когда-то спас ее он от напасти, с тех пор, хоть с переломанным крылом, летать-то научилась, но отчасти. Вот дальний путь теперь ей не знаком. Так и живут по сей день они вместе. А друг мой, может, сказку сочинил? Но согласись, приятные ведь вести, как человек ту ласточку любил. Я уже читал вам этот стих, но сейчас меня только научил еще. Тут не слышно, да? Слышно. Слышно. Хорошо. Исповедь хулигана. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которая исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град, рыгающий грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, то где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик, ваш брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми, так же боитесь Бога и болотных недр. Об, если вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт. Вы за жизнь его не индивели, когда босые ноги он в лужах осенних макал, а теперь он ходит в цилиндре и лакированных башмаках. Но есть в нем задор прежней вправки деревенского озорника. Каждой корове с вывески мясной лавки он кланится издалека. И, встречаясь с извозчиками на площади, вспоминая запах навоза с родных полей, он готов нести хвост каждой лошади, как венчального платья шлейф. Я люблю родину, я очень люблю родину, хоть есть в ней грусть и вожать, приятно мне свиней испачканной мордой и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен воспоминанием детства, осенних вечеров не снится хмари сыр, как будто бы на корточках погреться присел наш клен перед костром зари. О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих, коса, карабкаясь по сучьям воровал. Все тот же он теперь, с верхушкой зеленой, по-прежнему крепка его кора. А ты, мой верный бегий пес, от старости ты стал изгрив и след, и бродишь по двору, влача висший хвост, забыв чутье, где дверь и где хлеб. О, как мне нравились все те проказы, когда у матери, стянув краюху хлеба, кусали мы с тобой ее по разу, ни капельки друг другом не погребал. Я все такой же, сердцем, я все такой же. Как васильки воржи цветут в лице глаза, стиля стихов злоченые рогожи, мне хочется вам важное сказать. Спокойной ночи, всем вам спокойной ночи. Отзвенело по траве сумерек зари коса. Мне сегодня хочется очень
из окошка луну обоз. Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже и умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я вам цинником, прицепившим к заднице фонарь. Старый, добрый, заезженный пегас, мне нужна твоя мягкая рысь. Я пришел, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. И я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем. Ну вот, я сейчас это стихотворение не буду рассказывать. «Мой путь» называется, он тоже слишком длинный. Александр Николаевич, этот Александр Юрьевич меня что-то тут маленькое. Ну ладно. Я хочу рассказать, что вот в этом стихотворении «Мой путь», там есть последние слова. Там есть последние слова такие в этом стихотворении. Можно я попью еще? Что ему дед в свое время Есенину говорил: ну, если ты уже любишь эту поэзию, значит, пиши про ложь, про рожь, но больше про кобыл. И вот в конце этого стихотворения: как раньше к славе привела родная русская кобыла, в этом стихотворении. Ну вот почему он так сказал? Я вам сейчас маленько расскажу. Вот почему. Потому что во многих стихотворениях, в лирике его упоминается это прекрасное животное, кони, сани, ямщики и так далее. Ну вот, кормилицы. В каждом, да. Почти не в каждом, но во многих. Вот послушайте одни из них. Ну вот, вы даже узнаете эти стихи. Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик. Это откуда? Хороша была Танюша, краше не было в селе. Красная рюшка и победа, сарафан на подоле. Это вот отсюда. Где упоминаются все вот эти кони, эти... По лугу со скрипом тянется обоз, суховатой липой пахнет от колес. Осень рыжая кобыла чешет гриву над речным покровом берегов, слышен синий ляск ее подков. На коне черной тучицы в санках билось пламя, шли осенний дрожь, и кричали парнишки в еланках: дождик, дождик, полей нашу рожь. Дробь копыт и хрип торговок, пьяный пах медовых сот. Берегись, коли не ловок, вихрь пылью разметет. И поет мой ямщик на умях, осенним холодом рассвеченной надежды бредет мой конь, как тихая судьба. И ловит край махающей одежды, и очень мокрая буланая губа. Под брюхом жеребенка глухую ночь не спать. Покраснела рябина, посинела вода, месяц садник унылый уронил повода. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане, рыжий месяц с жеребенком запрягался в наши сани. Как птицы свищут весты из-под копыт коня, и брызжет солнце горстью свой дождик на меня. Тучи сожрёба жут, как сто кобыл, лещет надо мною пламя красных крыл. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взбахнет кобылица над равниною красным хвостом. Я хотел бы под конские храпы обниматься с соседним кустом.
Поднимите ж вы лунные лапы, мою грусть в небеса ведром. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. Неживые, чужие ладони этим песням при вас не жить, только будут колосья кони, а хозяине старо тужить. И встречаясь с извозчиками на площади, вспоминая запах навоза с родных полей, он готов нести хвост каждой лошади, как венчального платья шлейф. Я теперь скупее стал желания, жизнь моя, и ты приснилась мне, словно весенней гулкой ранью раскакал на розовом коне. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей, приятель, я хороший, каждый стих мой душу зверя лечит. Вечер черные брови насупил, чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил, разлюбил ли тебя не вчера? Покосившаяся избенка, плача овцы, и вдали по ветру машет тощим хвостом лошаденка, заглядевшись в неласковый пруд. Ни сон, ни сон, я вижу в явь, ничем не усыпленным взглядом, как лошадей пуская в плат, отряды скачут за отрядом. Но нынче век наш величавый, я вновь есть дерну у дела. Это писали раньше ямбом и октавой, классическая форма умерла. Но нынче век ваш величавый, я вновь есть дерну у дела. И Лермонтов Тоскулича нам рассказал про Азамата, как он за лошадь Казбича давал сестру за место злата. Не знали вы, что в сунмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Ты, ямщик, я вижу, трус, это не с руки нам. Взял я кнут, ину стягать по лошадьим спинам. Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья. Вдруг толчок из саней прямо на сугробья. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая прокатилась во всю страну. Напылили кругом, накопытили и пропали под дьявольский свист. Теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Вижу сон, дорога черная, белый конь, стопа упорная, и на этом на коне едет милая ко мне. Каждый труд благослови удача, рыбаку, чтоб с рыбой не вода, пахарю, чтоб плуговые кляча доставали хлеба на года. Ни почем не ямы, ни почем не кочки, хорошо косой в утренний туман выводить подолом травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран. Эх, вы сани, что за сани, звон мерзлый осин, у меня отец крестьянин, а я крестьянский сын. Эх, вы сани, сани, эх, вы сани, сани, конь ты мой буланый, где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое, и станцуем вместе под тальянку троя. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи, тройкой проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. Эх, вы сани, а кони, кони! Видно, черт вас на землю привез в залихватском степном разгоне. Колокольчик хохочет до слез. И все.
тоже так. Просто я тоже проходил. Это уже слишком. Ну, это уже слишком. Уходит. Уходит век Тамаре Шульге. А что года, пока еще мы живы, а что века, пока еще поем. Пророчество утрат, как прежде лживы, наш век при нас, и мы еще при нем. Еще метели выбелят нам души, еще дожди омоют на пути, шаги в пространстве глубже, глубже, глубже. Уходит век. Прости с ним и прости. Дает
скажу на сцене в полный голос повторяю. Жизнь играет с нами в прятки. Веришь, чтобы обмануться?